Выступая в ряды молодой гвардии, перед лицом своих товарищей по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь. Эти строки помнят многие. 29 сентября исполнилось 80 лет со дня создания советской подпольной организации юношей и девушек «Молодая гвардия». Учащиеся Одинцовского лицея номер 2 настолько прониклись историей своих ровесников, что решили посвятить им театральное представление, тем самым сохранив память о них. Идея рождалась, скажем так, по ходу дела, потому что мы еще смотрели и сериал «Молодая гвардия» 2015 года, а также фильм, и в связи с этим рисовался какой-то сценарий. В театральной зарисовке приняли участие школьники 8, 9 и 10 классов. Сценарий придумывали сами, основываясь на знаниях, полученных на уроках истории и фактах из интернета. И в какой-то момент казалось, что со сцены в зал смотрят не учащиеся, а те самые герои молодой гвардии. Александра Бацких играла роль Любы Шевцовой. Признается, со своей героиней нашла общие черты. В роль вжиться было несложно, потому что я до этого посмотрела сценарий, я достаточно прочувствовала Любу саму по себе и поняла, что она близка мне, поэтому сыграть ее для меня труда особо не составило. Да к тому же в какой-то момент я почувствовала себя ею, а не собой, и это помогло еще больше. На протяжении 2 лет в лицее успешно существует клуб интересных встреч, в котором принимают участие школьники. Они хотят придумывать постановки, выступать на сцене и всячески проявлять свои таланты. Вот наши предложения поступили ребятам, а ребята просто откликнулись, им это надо. Она и организация с учетом вот их возрастных особенностей, потому что нам, может быть, кажется, что они сегодня какие-то другие. А по сути, это те же ребята, которые хотят во что-то играть, хотят, чтобы им поручали, доверяли, а они при этом стремились не подвести. На протяжении всего дня актовый зал друг за другом сменяли классы. Постановка нашла отклик в сердцах и взрослых, и детей. Впереди у ребят много школьных мероприятий и творческих планов. Эмоции были неожиданно сильными, трогательными. Ребята сыграли просто раздирающе до глубины души. И я никогда этого не забуду. Елена Краева, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».